Нефтяной гигант Shell предстанет перед судом по обвинению в загрязнении нигерийских земель в результате разлива нефти. Против Shell выступили четверо местных фермеров и голландская экологическая организация «Друзья земли». Процесс состоится в Нидерландах, что уже само по себе примечательно. Впервые в истории крупная компания с голландским капиталом будет привлечена к суду у себя на родине. Жители Нигерии обвиняют Shell в том, что теперь и воды реки Нигер в ее дельте, и земли абсолютно непригодны к эксплуатации, в то время, когда рыбный промысел, например, был здесь одной из главных сфер занятости. Экологическая трагедия коснулась дельты реки Нигер в регионе Оганиленда. В августе Shell признала ответственность за два случая утечки нефти в Нигерии. В то же время представители компании утверждают, что, во-первых, причиной аварии были акты саботажа, а во-вторых, ликвидировать вовремя последствия разлива нефти мешала нестабильная ситуация в Нигерии.